Киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны. Результатом террористической атаки на территорию Курской области... Пап, а ты умеешь стрелять из автомата и ездить на танке? Ты сможешь нас с мамой защитить? Конечно, дочь. Приграничных районов Курской области наша армия нанесла новые удары по противнику на кадрах Минобороны экипажа вертолета... А я ведь в армии не служил. Интересно, где я сейчас могу пройти подготовку? Иван Сергеевич, для этого у нас существует мобилизационный людской резерв, вступив в который вы можете получить необходимые навыки в военной подготовке. Вступая в мобилизационный людской резерв, вам гарантируются ежемесячные денежные выплаты до 10 тысяч рублей, а также выплаты за участие в военных сборах до 52 тысяч рублей.